Чотири сезони, рівно 100 програм, 80 учасниць і 300 тисяч гривень. Ось він, наймодніший та наймасштабніший шопінг-марафон України. Програма «Богиня шопінгу». Сьогодні наша команда вирішила підбити підсумки майже піврічної битви і показати вам найкумедніші моменти з усіх програм. І все це ми приправимо пікантними історіями, що залишилися за кадром. Отож, випуск не рекомендовано до перегляду дітям до 16 років. Вау, привет, крутяшки, я вас уже жду, заходите. Я буду себя скромнее вести, потому что если я буду вести себя нескромно, ты это потом поставишь. И когда шло до дела, мы просто не могли его расстегнуть абсолютно. Поели, попили, поспали. Кто свистит? Кто свистит? Денег не будет. Я не знаю, с какого-то динозавра эта шуба. Но я думаю, вы все читали про этих волосатых динозавров. Ну, со школы я вам не буду рассказывать. Ой, чудовище. Караоке я вообще обожаю. Девушка похожа на сотрудницу вытрезвителя из 70-х. Календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну. Что это такое было? А дальше не будем, потому что я трезва. Какой ужас. Да, мы сейчас, да, все. Сестра, что нового? Чем? Действительно, они хоть на самом... И каждая девушка хочет похудеть на 2 килограмма. Кто... Интересно, единственный пример слишком маленький, нужно интересный. И поинтереснее. Вот это, по-моему, интересно, хотя нужно еще что-нибудь поинтереснее. Я хочу писать. До того ж, ми дізналися, що до вподоби найзавиднішим чоловікам України. От Олексій Дурнєв, наприклад, любить великі груди. Андрія Джеджулу збуджує горошок та бісять балетки. Володимир Дантес просто ненавидить комбінезони, утриманок і силікон. А Джей Бі Ділема просто любить співати та говорити «Камон!». Какой ужас! Ёханы ты, Бабаев! Welcome to Saint-Tropez! Сейчас Тимати в гробу перевернулся просто. Многие знают, но Тимати спит в гробу, что ну так круто. Вы что-то оставите? Как я ее лоханула на деньги, а она, бедная, несчастная, не может себе на новый Порш насосать. Да, лоханула. Сиськи. Вообще в ее лексиконе столько классных слов. А слово «жопа», оно будет запикуватись, чи вы его просто не покажете? Мы покажем предмет на это слово. Вообще, мне кажется, что сейчас я смотрю и комментирую поведение своей будущей невесты. Мне Алена Лоран предложила встречаться. Ой, кто это мне звонит? Алена Лоран. Очень объемный танк, что он сказал? Алло. Привет, Алена. Не могла бы ты мне, в принципе, почаще звонить, потому что ты мне вообще не звонишь. Алена, я помню. Тебе не кажется, что нам нужно попробовать сблизиться? Может быть, мне хочется пощупать твой внутренний мир? Хорошо. Пока. Алена Лоран всем звонит. Я не меркантильная сучка, хотя... Аж Витос сказала меркантильная. Мне не интересуют, да, машины. Это сказать. Да нет, скажи, как было, все нормально. Правильно говорить. Меня не интересуют машины, твои деньги и твоя карточка, на которой 178 500 долларов. Я не меркантильная сучка, поэтому меня не привлекают ни машины, ни яхты, ни пентхаусы и так далее. Я не жевал. Я и не жевал, я ее чувствую. Ты жевал? Я жевал, когда я не комментировал. Ну, прости. Единственная еда за день. Только не выбрасывай, я ее потом дожую. Я пью и не скрываю. Ну, а что тебе еще делать? Ну... Пью не только на светских мероприятиях. Тебе ж 18 лет. Как это нет? Ты спиваешься, деточка. Мы немножечко себе, как истинные дамы, выпили вина и купили вот такие вот брюки с подругой. А ты что думала, я сейчас прокашляю какую-то песню? А дизайнер оказался очень красивым. Мы потом пошли в шоу-рум.
и там познакомились. Это не тот случай, когда у тебя потом появились знакомые в венерологическом центре? Меня приглашали. Я просто не смог. Меня приглашали с моим известным номером песни Надежды Кадышевой «Широка река». Я в одежде очень красивая, без одежды еще красивее. Вот я и прикупил пилу, которой буду разрезать стальные нервы Дашиши. Забирайте. Они порваны на коленах. А можно еще раз, пожалуйста? На колени. Эти штаны порваны на колени. Спасибо. Я считаю, что под этот костюм идут исключительно эти волосы. Из шифонера достала волос. А чела, селин. Кто? Чилайн? Відкрили для себе нові назви відомих брендів, як от Чилайн, Гермес, Рівер Ісланд та назви торгових центрів Метрограм та Дрімтам. Пані, Я не буду говорити. Це сумка я купила недавно на відпочинку. Не говори, що в Турції купила, в Мілані. Эта сумка, я считаю, не явно бросается в глаза. Да, конечно, огромная буква H просто посреди сумки никому не бросается в глаза. Так как меня зовут Наталья, я давно хотела клатч. И незначай видела эту сумочку с буквой N. Это буква H. Вермес даже не подозревает, что они создают сумки исключительно для Наташ. А, кроме обуви, нестандартных каблуков, я еще коллекционирую странные сумочки. Вот одна из них. Да ладно, ну пожалуйста, ну нет. Я не могу сдержаться, чтобы не купить трусики. Марина, очень ценная информация, спасибо, что рассказала. 5000 гривен, которые я, возможно, выиграю, я бы с удовольствием потратила на свою маленькую сестричку, потому что очень сильно люблю, но никогда не ела суши 10 лет, она очень сильно хотела поесть суши. 5000 на суши? Да ее разнесет побольше, чем тебя. У нее запор будет неделю. Она потом всю оставшуюся свою жизнь никогда их не будет есть. Ну какую историю? Ну скажи, какую историю? Интересную. Расскажите мне, пожалуйста, что у вас связано с этой футболкой? Рассказывайте. Это бабушка мне. Были ли у вас интересные истории, связанные с вашими штанами? Пару слов. Я жду историю хоть одну. 5 историй с вещами. Как? Вы какие истории? Вот история. Это шар подарила мне Лина Мицуки. Все, больше нет истории. Мой парень зарабатывает достаточно, просто он не очень в моем стиле. Все, у тебя нет парня. Блин, после этого ты уже, наверное, живешь на улице. Если он еще и не глухой, помимо того, что слепой и парализованный. Ну, я очень переборчивая. Мне надо какого-нибудь мачо-мена, красавца, загорелого брюнета, накачанного. Ну, такие в основном все заняты. Ну, потому что если он хочет быть такой блондинкой, как я, ему надо постараться и абсолютно забить на все свои желания. Поехала на сафари в Вену. Сафари в Вену? В Вене? Сафари? Ну ладно, не Вену, берем Зальцбург, там просто круче сафари. Зальцбург, склон, едут на сноуборде, и рядом вы на сафари, тигри рядом с вами. Ну потому что проплатили, поэтому тигры, альбиносы бегут. Майже кожна учасниця нашої програми зберігає в шафі речі з леопардовим принтом або міряє їх у магазинах. За 100 випусків леопардових луків було рівно 276. І жоден із них не отримав схвального відгуку від наших експертів. All my rude girls and my bad boys take a piece and bust a shot in the air. That's right. Это ад. Фу, ненавижу эти принты, дурацкие принты. А можно всех посмотреть, знаете, в сауну приходят такие, пфф, и все такие в леопардовых таких на окружной или... Не одевать это. Я когда с детства была такая сдержанная девочка, ну и сама по себе не любила такие кричащие цвета. А теперь моя любимая рубрика «Минутка юного филолога». Возвратная частица «ся» в данном случае неуместна. Цвета просто кричащие. Алло, ты что, охренел? Курточка хорошая, но под нее подошла бы маечка под мою фигуру, потому что я за зиму чуть-чуть поправилась, и у меня есть доля смущения. Боже, какая кокетка. Доля смущения.
Ну вот и куда ты в этом идешь? В этом платье можно, конечно, сыграть спящую Белоснежку, которая спит и не дышит. Белоснежка, которая спит и не дышит, это мертвая Белоснежка. Она неуправляема. Неуправляемый Ира чемпион, а это кусок руки просто. Давай, Света. Света, выходи. О, господи. Нельзя же смеяться. Она упала. Класс. Можно еще раз? Юбки в пол этим летом просто моветон среди людей, которые хоть что-нибудь понимают в стиле. Данил? Я его люблю, я его люблю. Просто мы с Данилом не носим такие юбки. Поголовно все носят юбки Maxi Plissé, что меня тоже убивает, так как у меня есть пару штук таких. Вот, честно сказать, все поголовно носят юбки Plissé, поголовно. Я реально ничего не понял, юбки Maxi Plissé. Да, наверное, все носят. Я ношу сам, не буду скрывать. А, Plissé. Plissé. Ну что ж вы сразу, какая тембо, да. Я в ней сейчас сижу вообще. Нет таких кораллов, как эти юбки. Почему вы решили, что это коралловый цвет? Бабы сумасшедшие. Я даже не хочу об этом говорить. Ни хрена они не коралловые. Они оранжевые и тупо зеленые. Все, конец разговора. Если вы жирная, сидите дома. Боже мой, боже, там и младенца глаголит истина. Ты посмотри, меньше кушать надо, чтобы змейка не расходилась. Если не брать во внимание проблемы со змейкой и с тем, что в районе... Большие сиськи. Большие сиськи, большие сиськи. Большие сиськи, большие сиськи. Большие сиськи, пишут плакаты. Тёлки тупорылые, большие сиськи, только будьте моими. Ну что сразу тупорылые? Ну вот не обязательно, может быть и умненькая, но главное, чтобы большие сиськи были. Короче, мы только что все придумали. Девушки, если у вас маленькая грудь, не расстраивайтесь. Ничего такого нет. Просто считайте, что вы орк. Юля, у тебя большая грудь? Нет. Ты орк. Очень строго. Потому что, ну, просто трэш. Что это? Обожаешь полунычки за твой фонарь? Ужасное платье. Оно пытается сползти с тебя, и я его прекрасно понимаю. А чего это я с этим пиджатом хожу в руках? Наверное, надо его спрятать до лучших времен. Зачем вы постоянно наезжаете на ее шорты? Это ужас. Мне не підходить цей наряд, по-перше, тут якась пляма на ньому. Це не від мене пляма, вона дуже була. Потрясающе. Чому він не хоче? Я ж сексі-шмексі. А давайте как-нибудь, вот я так сижу, комментирую, а потом раз девочка, которая комментирую, из-под стола вылазит и говорит, не смешно все. Ну шо, ну я ж сексі-шмексі. Бесишь. И я такой рядом. Когда-то по молодости. По молодости, в 13 лет. Мне очень нравился один певец Борис Апрель. Кто тебе нравился? Боже, я так и представляю, ваш дуэт Борис Апрель и Каролина. Он приходит на голубую сторону силы. Ты как бы просто на обочину. Вообще, очень весело. Было очень весело, начиналось все по 50 грамм, по 50 грамм. В результате конец вечера, я уже не контролировала себя. Боже, я не хотел бы оказаться в помещении, в котором Каролина не контролирует себя, потому что это реально хищник возвращается просто. За 100 программ наш найстильніший та найкмітливіший фешн-експерт Данило Грачов рівно 156 разів рекомендував взуття на низькому ходу. Радив спалити образ 72 рази. Але ніхто не знає, що через сміх у нашій програмі він накачав собі 2 кубики пресу та скинув 3 кілограми. Дійсно, платі взагалі не варіант для літнього, взагалі не варіант для вечірнього, взагалі не варіант для романтичного свідання, романтичного свідання. Это были аплодисменты Вики на груди. Я всю прошлую съемку Вики в декольте заглядывал. Он тебе не рассказывал? Я не рассказывала. А, ты...
Вика, что, можешь нажать? И она такая тянется через весь стол. И вот тебе буду под платье. А можно как-то, я тоже на съемки сходил, посмотрел. Тебе подойдет немного другая форма купальника для того, чтобы подчеркнуть все свои достоинства. Сдуешь, знаешь. Не было, на себе не хочу показывать. Лети, ни на кого не попади. Не, ну на кого-то может попасть, ну серьезно, если у кого-то там один. А, ну, на какую-то хорошую девочку, у нее единичка, а я тут минимум тройку сдул. Камни, стразы, черное платье. Этот кирпич мне очень нравится, потому что он крупный. По-богатому, как говорится. Вот это правильно. Потрясающее, прекрасное, замечательное. Со вкусом и приданным одновременно. Причем и вкус, и приданное были у нее на руках вот вместе взятые. Классная деваха. У нее же перхоть была, помнишь? После нашей программы не может обижать девочку, у которой перхоть. Мне этот образ очень нравится, особенно френчик. Каролина, френчик – это маникюр. А это пальто, о котором идет речь, да, плащ, называется тренч. Не бери в голову эту информацию. Пойду по набережной гулять со своими собаками. Со своими собаками? Говори тише. Я теперь буду говорить шепотом, потому что наш звукий режиссер спит. Чтобы тебя разбудить, я буду говорить шепотом, окей? Симпатичный комбинезон сейчас на Ренате. Я решил сняться в клипе Маняши, потому что я думал, что я смогу потрогать ее сиськи. Мы могли бы быть парой, что забуд идеально, только я и ты, только я и ты. Это подстава какая-то, все время на богине шопинга, все время подстава. Только я и ты, только я и ты. Почему я не видел этого раньше? Секс будет? Может, после съемок, я не знаю, если Леша захочет. После съемок? Я не могу сказать, что я должен про каждое... Сейчас он на камеру. Если бы Леша праздновал день рождения в какой-нибудь машине... Кому-кому на день рождения? Ко мне? Девочка моя, да я день рождения так праздную в лесу с ребятами, с палатками. Все нажираются, бьют бутылки. Потом кто-то обязательно избитый, комары всю ночь грызут. Утром все уже все друг друга ненавидят, куча мусора. Потом кого-нибудь пьяного с перегаром ловит гаишник. Потом полдня в РВД. Потом мама не хочет принимать моего друга Жугу домой, потому что он не звонил ей 4 дня. А ведь день рождения празднуют 4 дня обычно. В общем, без лопаты там никак. Поехали. А нафиг тебе эти вечеринки, тусовки, звезды? Здесь есть я. Алло, это Леша Дурнев тебя беспокоит? Что это еще за идея с машиной? Что мы будем там делать? Там нельзя курить? Заниматься сексом, потому что я 1.83 м, а самый широкий диван на заднем сиденье 1.70 м. Куда мне девать 13 самых важных сантиметров? Это я хвастанул, конечно, насчет 13. Десяточка там, еле-еле. И то, если девочка очень красивая, а если нет, то... Эй, не в размере дело. Ну, побежали. Только не очень быстро, да. Ага. Давай. Я потратила 430 гривен. Деньги остались, но времени нет вообще. Но все равно я выиграю. Тёлки, обломайтесь. Тёлки, обломайтесь. Нех. Вам вообще. О май гад. Трешовать так до конца? Боже мой. Боже, ребята, которые делают эту программу «Богиня шопинга», вы каждый раз просто переступаете какую-то очередную черту. Ну чего, хороший комплект для Ирины Аллегровой. И там шальная императрица. Завдяки нашій програмі ви дізналися, що таке комбінзон, будьоний гардероб, свіжомолотий морквяний фреш та світський раунд. Цим літом в Успенський пост думала, філософствувала. Філософство? Ви це бачили взагалі, реально? Ну, таку юбочку, мабуть, одягне якась дівчинка літом в бібліотеку. А вона знає, що таке бібліотека? Я начала писати книгу. Вона буде називатися «Аліса в Большому місті». Читати навчись спочатку книгу, вона буде писати. За 2 недели написала книгу, за 22 года не прочла ни одной.
И такая вау. Я не хочу, вы сейчас там намонтируете, буду говорить, я тупая, глупая. Ну вот и все. Ой. Да, многие говорят, что я глупенькая. Завистники то говорят, которые завидуют твоей красоте, счастью и уму. Некоторые считают люди, что я глупая. Боже, нет, не верим. Боже, чертовы завистники говорят тебе ложь просто в глаза. Уроды. Классная тетка. Это мне подойдет. Эти штанишки, я думаю, подойдут мне 100%, потому что... Тупица! Мне сразу не понравились. Если нет возможности ездить там на какие-то моря и океаны, то нужно обязательно хотя бы посещать солярий. Человек, который не посещает солярий, это просто низший слой общества, отброс. Его могут забрать в милицию, могут на трое суток даже задержать и выселить за черту столицы. Я мечтаю о большой груди, больших губах, длинных ногах. Заради красоты я готова лежать без движения хоть год. У меня было совершенно случайное знакомство с одним очень высокопоставленным человеком. Все, что на мне, во мне, это все благодаря ему. Класс, вообще вполне. Она бы еще прайс-лист распечатала. Первый раз я сделала, увеличила губы, это было 6 лет назад. Огромные губы, вот эти вот все ресницы вот такущие, вот эти вот все ногти огромные, даже ногти сделала, короче. Это было немножко неудачное увеличение. Это неудача на лицо просто. Верхняя губа доставала до носа, нижняя до подбородка. У меня сломался один раз каблук на сцене прям. Что, вы даже выступаете на сцене? Это было жутко, потому что я понимала, что мне нужно дотанцовывать постановку, а каблук сломан. Да какая там постановка? Такое впечатление, что 28 человек пирамиду делают. 7 в основании, потом пошли. Постановка. 2 прихлопа, 3 притопа. Если мой палец сантиметр, тогда получается, что в этом каблуке раз, два, больше 10. Если палец сантиметр в длину, у меня ручки гнома, а в ширину. Слушай, такая красивая девочка, и у меня одна фраза, убейте ее. Мой босс, я готова. Вы издеваетесь или что? Мой босс, я готова прийти в выходной. Может, взорвать просто отечественную сцену своим пердящим голосом, уже нельзя сказать? Если абстрагироваться от полученного шока, безусловно, эстетического. А быть богиней шопинга Украины – это еще не самая высшая ступень. Даша, что ты мелешь? Что за заявление? Даша, ну кому ты сейчас врешь? Ну ты же прожужжала мне все уши, как ты хочешь попасть в эту программу. Богиня шопинга, устрой меня в богине шопинга. И что теперь? Нет, это не самое главное. Это же богиня шопинга. Дальше богини шопинга ничего нет. Повезло мне, конечно, оказаться в одной передаче с такими сучками. Девочки собрались уже и все рассказали мне, что они думают. Мне достаточно, прекрасная программа. Вот можете девочкам передать, от меня большой привет. Пусть носятся... Это непорядочно, вот так взять... Это непорядочно, вот так вот вести себя, как они вели. Они нормально. Подождите, вернитесь, можете вернуться? І це ще не кінець, адже у понеділок стартує 5-й сезон вашої улюбленої програми. І ми обіцяємо зробити його ще цікавішим. Парам-парам-пам.